Привет, мужики! Здорово, наверное, каждый автолюбитель хоть раз доразговаривал со своей машиной. Посмотрим! Давайте! Давай, ласточка моя, немножечко до заправочки дотянем. Давай, моя хорошая. Сука, 10 метров, не дотянула она. Ай, рыбка моя, руль мой любимый, коробочка моя, конфеточка моя, сладенькая моя. Ой, люблю тебя, удобная, мягкая. Ну что, ты долго тут сидеть-то будешь? Будешь брать машину-то, нет? Дорого, дорого не буду. Я весь руль обслюняю. Ласточка моя, вместительная. Командир, ну пожалуйста, не надо выписывать штраф. Ну у меня работают фары, серьезно, сейчас я с ней разберусь, пожалуйста. Ты че? Давай, ласточка, работают же фары. Да на, я уже выписал. Полюбуйся! Довольна? Ну ты что за подстава-то? Попробуй только сломайся. 16 косарей за тебя каждый месяц, автокредит оплачу. Только попробуй, понятно? А, то-то же. Ты рухля, тварь, да что ты такое, ну сделай это со мной, а? Кусок железа, нахер я тебя взял только? Секретка. Ласточка, ну прости меня. Ну, пожалуйста. Любимая моя. Ага, рассаду повезем, ага, еще на машине. Ты еще земли просто насыпи, говна сюда. Нет, я сказал, езжай на автобусе. Ласточка моя. Хотела на тебе землю везти, представляешь? Мы-то с тобой знаем, что только мангал и дрова возишь. Ой, ну и что это, ты за машина, что ли? У тебя сиденье, ну что, сиденье, что ли? Ну жесткие, а руль? Ну у тебя руль-то бабский. Блин, магнитола, ха, кнопки, хер нажмешь, блин. Один плюс, казенная. Ну только не надо говорить, что я за тобой не ухаживаю. Позапрошлом году тебе только резину новую взял. Она тебе, видите ли, не подошла. А в прошлом году? Каябовские новые, японские амортизаторы. Ты же их за год ушатала, блин. За год ушатала. А теперь что? Опять новости, блин. Масло! Масло решила жрать. Думаешь, доливать буду? Хер тебе! Ой, ё мать, а. Ну это что такое? Опять, блин. Тосол. 8 лет на тебе езжу, а ты всю сысся. Привет. Скучал по мне? Ты моя кошечка. Какая у тебя бархатистая кожа. Прости, что долго масло не меняло. Понравилось видео, ставь лайк. Обязательно поделись с товарищами и загляни во все наши соцсети. Facebook, Instagram и тому подобное. Друзья, все в описании есть. Ну и пишите в комментариях, о чем вы общаетесь со своей машиной. Ну все, мужики, пока!